Всем привет! Когда у меня появилась первая вот эта вот BMW E30 M3 от Hot Wheels полицейская, ну, с одной у меня была задумка сделать, как она есть, ну, оставить точнее, как она есть, полиция, добавить вот мигалку на крышу, вот, и оживить все фары. Вот, а со второй я думал, что со второй сделать, в итоге вспомнил про клип группы «Руки вверх», студент. Мне запомнилось, что она вроде как там кабриолет была. Почему-то мне казалось, что она там розового цвета. Вот. Но когда я посмотрел клип, там она оказалась еще интересней. Вот. Ну, у меня, конечно, еще такой промежуточный вариант, еще не полностью готова. Тут я, в отличие от стока, тут вот спойлер, он полностью залитый, то есть у него нет отверстия, вот как это у спойлера должно быть. Вот тут я пропилил спойлер, ну, решил оставить. В клипе, конечно, BMW 30-325, вот, но у меня, поскольку M3, вот, думаю, пусть будет такой. Вот колеса я уже поставил, вот колеса такие же в клипе были, вот. Тут также еще вот сверху у нее кое-что будет стоять. Вот. В клипе она, конечно, интересней, чем я думал. Я думал, она просто какая-то типа розовая какая-то. Ну, что-то вот розовый цвет почему-то запомнился с тех времен. Вот. А у нее, оказывается, ну, фары я тут сделал. Кроме круглых я не вставил остальные. Но это надо будет ножиком очистить. Вот, изнутри их заклеивал, чтобы не закрасить, а снаружи не стал маски делать, потому что это очень геморно. Ножиком там аккуратно их зачищу, и будет как тут, на этой. Вот. Так что, ну, так решил сделать видео, посмотреть, как оно это зайдет, не зайдет. Тут, конечно, еще кое-что надо будет сделать. Тут у ней на капоте кое-что интересное еще было. Ну, кто может освежить память, смотреть клип. Вот еще, конечно, кое-какое тут еще должно быть. Ну, я не знаю, в клипе она черная, не черная, решил сделать черный. Вот. Ну, также еще вот у меня Dodge Challenger SRT8. Вот его я распилил. Как видите, это полотно номер 6. Вот, и вот такой вот зазор тут не сильный. В принципе, пилит он хорошо. Есть еще номер 2. Номер 2 можно вот тут вот пропиливать, двери выпиливать, такую более ювелирную работу. Капоты. Ну, конечно, может кто-то и шестерку выпиливать. Но двойка, она очень тонкая, хрупкая. Есть еще номер 0. Он вообще там тонкий, я их еще не заказывал. Вот, да, мне двойки, в принципе, хватит. Шестерки я ни одной не ломал, а вот двойка, она, конечно, очень тонкая. Чуть какой-то наклон, перекос, и все, она лопается. Вот, тоже будет у меня что-то вот типа такого фургона буду делать. Ну, только, скорее всего, наверное, не буду делать светящиеся фары и так далее. Вот, тут, кстати, Hot Wheels. Видите, только снизу одна вот эта вот заклепка. Вот. А сделано у него, короче, это. Спереди вставляется вот, вот это вот. И он так держится, вот сделана эта радиаторная решетка, как защелка. Вот такая задумка была, вот Hot Wheels. Ну, тут написано 2007 год. Вот. Будет тоже проектик. Ну, ждите продолжения по BMW. Всем спасибо за просмотр. Пока.